Перми стартовал второй этап Кубка России по баскетболу. Нашу республику там представляют чебоксарские ястребы. Сегодня ястребы провели первую встречу. В спортивном комплексе имени Сухарева сегодня прошла игра между чебоксарскими ястребами и Химки Подмосковья. Наша команда проиграла со счетом 64-61. У ястребов был шанс. В третьей четверти матча соперники начали отставать, но в итоге под конец баскетболисты из столицы Чувашии сдали позиции. Как объясняет президент Федерации баскетбола Чувашской Республики Сергей Худяев, наша команда не успела восстановиться после дороги и настроиться на победу. Вся игра была на равных. Разница между командами не превышала 5 очков. Не хватило ребятам маленького опыта. Сложный переезд был. Мы 18 часов в поезде ехали. 8 утра приехали, в 2 часа играем уже. С ребят до конца еще не сыграли. Сезон только еще начинается. Я думаю, что все впереди.